Щелковском лицее номер 7 ученикам младших классов сегодня рассказали о правилах дорожного движения. Ведь с самого раннего детства они должны знать, почему это так важно. Надеемся, вы помните, что пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по обочинам. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств, а при переходе дороги и движении по обочинам в темное время суток пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств. Теперь эти и многие другие правила поведения на дороге как следует запомнили и юные лицеисты, так что можно наверняка сказать, что в нашем городском округе подрастают осведомленные и законопослушные пешеходы. На самом деле, соблюдать правила дорожного движения – это очень важно. И я не хотел бы вам в таком возрасте рассказывать страшилки, потому что по жизни их будет еще очень много. Но хотел бы вам сказать, что из-за неправильного поведения на дороге случаются очень нехорошие случаи. Также щелковские госавтоинспекторы совместно с отрядом ЮИТ из лицея номер 7 раздали маленьким школьникам светоотражающие элементы. Мы считаем, что с самого детства это надо рассказывать ребенку, показывать это. И это не давать в какой-нибудь нудной форме. Поэтому сегодня у нас был такой флешмоб. Нужно показывать это интересно, чтобы дети были заинтересованы. Они считали то, что это правильно, и это в то же время круто, можно так сказать. То есть это интересно. Соблюдать правила, показывать это и пропагандировать. Само название мероприятия «Азбука дорожного движения», оно говорит само за себя. Да, это напомнить азы, элементарные азы, которые зачастую забываются, как у взрослых, к сожалению, но у детишек в силу того, что еще, наверное, до рефлекторного состояния не доведены. Вот мы хотим, чтобы совместно педагоги, родители, сами дети, мы и отряд юных инспекторов дорожного движения, комплексно проведя это мероприятие, могли напомнить детям о том, как надо вести себя на дороге, как надо пользоваться фликерами, как необходимо пересекать проезжую часть и как вести себя на дороге. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».